առավոտ եկել ենք conditioning անենք, այսինքն ստոկերի համար, ոտերի համար, մարզանք անենք, սրտի համար. So հիմա պատրաստվում ենք դրան. Շատ ծանր չենք անելու, թեթև ենք անելու. Seriously, seriously, strong. Хочешь тобі походу нас. Штрафна круг, да. А где мы сейчас находимся, если не секрет? Глендельменг, Сарри Меч, да, Барсер Дега, Макур Дега, Сарри Сахагваза, Шатсух Мухшигарич, нас Лос-Анджелес Сахтега, Цуха, Авто и Цуха. А здесь Ригона Микчаш, Хатмекен, Цанег Лав. Рафаэль, ваш любимый удар? Удар? Да. Пич. А ваш любимый удар, Арман? Сейчас тоже скоро будет печь. Отрабатывай. Амена Каревор, что вы нас вен? Трав матч станан. Амен Терсес. Амена Каревор, спортсмен, не мали так. Вече, Ашхар, я мелав спортсмен, дерьмо, сам мастер, дерьмо, трав матч, зачем камшар, накин. Мигрант, твое любимое блюдо. Долма. Отлично. Супер. Я могу быть в этом случае магом. Предсказателем. В разных версиях. Чемпион мира. Есть. И еще будет. Рафаэль Симонян. Так, просто представлю. Чисто для информации. А по какому виду спорта? А по какому виду спорта? По боксу. А, просто. Вообще же по нему не видно, да, вот эти? Раз, два. А, нет, как, вот это ты говорил, да? Раз, два, три. Арман, когда будем в топ-5? К концу года. В России, там, я думаю, в Европе, в России, там, люди больше занимаются спортом, чем здесь, я думаю. Серьезно? Да, я так думаю. Ты видишь, сколько людей здесь таких? Все время Макдональдс кушают, по себе не думают, там, по-другому жизнь здесь. Время не хватает, люди еще занимаются. Ну, дети занимаются, видишь, дети занимаются, а потом... Взрослые больше не занимаются в основном. Ну, сейчас меняется, но... Зато здесь инфраструктура намного лучше, чем там, в России, в Армении. Ну, здесь, я думаю, условия лучше. Кто занимается, то занимается лучше. Понял, о чем я говорю? Давай, 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 газ! Ичи, айдэнс, айдэнс, ичи! Газ! Тулацар. Газ, вам газ. А, Джорта? Эти чанга чангари чампи, если хангари. Патрас, газ, газ, и чанга раз газ, то мичевер. А с тех электроколяска чками ты? Трановик узнает, так, а? Эна. Твоя любимая книга? Книга? Да. Подсознание может все. Что ты для себя узнал за последние вот, годы, когда ты начал выступать в UFC? Как, ну, что ты нового для себя открыл как человек? Что возможно все в этой жизни. На твой взгляд, какие самые большие проблемы есть у людей для достижения их цели? Неуверенность. Как ты перебарывал себя в этом плане? Тренировался очень много.
и в зале понимал, что я могу выигрывать всех. Что бы ты посоветовал людям, которые хотели бы достичь каких-то вершин своей беседы или там поменять свою жизнь, с чего начать? Поставить цель перед собой, написать на листочке все, что они хотели в жизни добиться, все, что они хотят добиться в жизни, и это сбудется. На твой взгляд, нужно ли работать над личным брендом, и как ты работаешь над собой? Абсолютно, абсолютно. Нужно работать над собой, снимать много видео, разговаривать со своей аудиторией, делиться своими тренировками. Вот так вот. Удачи. Удачи. Окей. Okay.